Привет всем моим близким, родным, друзьям в Казахстане, в России, в Баварии. Сегодня я нахожусь в Турции, на побережье Эгейского моря. Хочу прочитать очередные любимые стихи моего любимого поэта Омара Хайяма. Не судите меня строго, я еще не волшебник, я только учусь. Я буду стараться, и я надеюсь, вам понравится. У рек известно, есть свои истоки, и жизнь нам преподносит бесценные уроки. Чтоб жить красиво, мудро и богато, заприте глубоко в подвал свои пороки. Не надо получать, коль слаб ты в дисциплине, ведь дисциплина жизни трудна, хоть и поныне. Другие ценности сегодня в моде, но храни традиции, что предки подарили. Когда есть корни и фундамент крепкий, нам не страшны цунами, войны, сплетни. Как строй солдат закроет нас стеной от гроз и стрел, отпущенных судьбой. Живите, чтобы жить, а не существовать. Учите то, что важно в любое время знать. Любить родителей любовью неземной, чтоб в старости от согрешенного бесчестия не упасть. Я славлю тех, кто верует в Творца. Не на показ, а искренне. С лица нам говорят воды не пить, и все же желаю всем счастливого конца. Жизнь скоротечна, сценарий всем написан. Лишь молим мы Бога за счастливый финал. На чашу весов там будут ставить отметку. Что сделал хорошее, а что где украл? Я не учитель, я ученик. И в тайны мироздания пока не проник. Хотел бы узнать, в чем же смысл бытия? В вине, в кайфе, мудрости. И грешен ли я? Я счастья желаю вам, братья мои, чтоб в дом не зашли к вам ненастные дни. Пусть дети рождаются у каждого в доме. Пусть Бог вам подарит счастливую долю. Творите, дерзайте и побеждайте. И каждый день Творца благодарить не забывайте. Когда живешь, как хочешь, когда ты пьешь, как хочешь, когда ты ешь, где хочешь, когда весь мир любить ты хочешь, когда ты у Творца одну лишь просишь, до старости дожить, лишь в тот момент весь смысл бытия понятно, в мир иной все это не уносишь. Там, где ты хочешь быть хорошо принятым, сказал один философ метко, да, всем соскучиться за обликом своим, ты должен появляться крайне редко. Когда ты хочешь, в тот момент я счастлив от прилива страсти. Не расплескать бы от восторга чашу счастья, как цель блаженств, любви ингредиент. Я ненавижу стол, когда я ем один. Я ненавижу праздник, где я не господин. Мне мама приготовила еду, и тут же я поймал себя на мысли. Борьба дает вкус жизни во сне и наяву. Как перец, соль дают вкус пищи, совет я дам тому, кто сам решил жениться. Ты прав, ведь это матушка природа, здесь нечего стыдиться. Не выбирай жену, с которой можешь жить, совет даю вам я. Женись на той, что без которой жизнь прожить. Поверь, мой друг, нельзя. Сказала как-то в детстве мне бабушка однажды. Женись, сынок, удачно, мне повторила дважды. Когда была в девицах я, мне мама говорила,
Седую мудрость предков евреев одарила. Когда придет невеста в дом, смотри, сынок, на ноги. Ведь ноги в дом заносят счастливых дней пороги. С ногой может принести невеста к мужу в дом несчастье или счастье. Вот мудрость моя в чем. Видал много умных, богатых людей. Хозяином став своего положения, кто вкусит от древа познаний идей, навек потеряет рай наслаждений. Спросил у священника: «Отец, расскажи, где рай на земле, путь туда укажи, как съездить туда, ориентиры мне дай». Ответил священник: «Путь сын сам выбирает, у ног твоей матери находится рай».